Несколько дней на улицах областного центра сотрудники госавтоинспекции в рамках профилактической акции «Жизнь дороже шин» отслеживали готовность автомобилей к зимнему сезону. Инспекторы проверили, насколько сознательно брестские водители отнеслись к наступающим холодам и успели переобуть своих железных коней. Как показал мониторинг, свою безопасность и безопасность пассажиров водители ценят. У меня трое детей, все пристегнуты. Это безопасность всех вокруг, которые мы, чтобы не создавали аварийность, да, на дорогах. Поэтому думаем не только о себе. Так положено, как бы, так и нужно делать. Когда переобулись? Ой, еще в ноябре, наверное, заранее немного. Потому что зима рано начинается. Да, вот сейчас зима начинается рано, так что пораньше стоит переобуваться. Переобулись заранее. Ну, на такси давным-давно поставили, я у себя на машину поставил уже еще до декабря месяца. Сейчас часто покрывается дорога льдом тонким, то есть скользкая дорога. Если ехать на летней резине, то как корова на льду. К слову, сюрпризы утренней гололедицы 3 декабря еще долго будут помнить все брестские водители. 42 аварии зафиксированы в городе в морозное утро понедельника. Поэтому забывчивым владельцам транспортных средств госавтоинспекция напоминает, что согласно правилам дорожного движения, с 1 декабря наступает административная ответственность за эксплуатацию на автомобиле летнего типа резины. С 1 декабря по 1 марта водители обязаны на своих автомобилях использовать зимний тип шин. Я настоятельно рекомендую не уклоняться от этого, от этой обязанности, но также скажу, что зимняя резина не оберег от дорожно-транспортных происшествий. Поэтому вместе с резиной мы меняем свой стиль вождения на зимний. То есть мы держим дистанцию, удлиняем ее, мы соблюдаем скоростной режим и также становимся более внимательными, аккуратными, особенно в условиях гололедицы. А еще сотрудники областной ГАИ обращают внимание автовладельцев на остаточную высоту рисунка протектора. Она должна быть не меньше 4 мм. Передвижение на лысой резине еще больше повышает риск возникновения заноса и увеличивает тормозной путь. Стоит сказать об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию летнего типа шин на автомобилях. За это предусмотрена административная ответственность в размере 0,5 базовой величины. Также есть предупреждение. Вместе с тем повторное нарушение обойдется владельцу автомобиля как минимум в 2 базовые величины. Ирина Шова, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.